Московская биржа сегодня в разгар дня прервала торги на всех площадках. Как сообщается, причиной стал технический сбой. Не работал также сайт биржи. На восстановление системы ушло 2 часа. Сначала возобновились торги на фондовом рынке, затем на валютном и рынке драгоценных металлов. Добавлю, последний раз Московская биржа приостанавливала торги неделю назад. Причиной также назвали технические неполадки. Перерыв продолжался час.